В Южно-Казахстанском педагогическом университете имени Узбекали Жанибекова прошла презентация книги «Каныш и научный фронт». Автор книги – востоковед и просветитель. Кашасанжар Керембай поделился с читателями своими мыслями и взглядами на наследие великого ученого. Книга «Каныш и научный фронт» рассказывает о жизни и деятельности основателя Академии наук Казахстана Каныша Сатпаева. В ней анализируются подвиги ученого в науке через экзистенциальный анализ, а также подробно раскрыта история создания Академии наук в 1946 году. Кроме того, в книге повествуются о близких друзьях и соратниках Сатпаева – Мухтара Уэзове, Жумабеке Шаяхметове, Шахмардане Есенове и других выдающихся личностях, чьи имена вписаны в историю Казахстана. Хотите узнать, что вдохновит вас в этой книге? Дело не в учебе, а в подлинной божественной мотивации. Это та мотивация, которая ведет человека с рождения до последнего вздоха, чтобы посвятить каждую минуту своей жизни интересам своей страны. Санжар Керембай, известный своими исследованиями казахской культуры, философии и национальной идентичности, считает, что эта книга может оказать большое влияние на молодое поколение. Читатели также отметили, что произведения автора являются примером для подражания. Презентация книги «Каныш и научный фронт» была масштабной. Санжар Керембай сказал, что каждый человек должен воспитать хотя бы одного ребенка, как Каныш Сатпаева. Это важно для нас, ведь мы учителя, родители, и наша задача готовить таких личностей. Эта книга, предназначенная для всех, кто интересуется казахской культурой и жизнью национальных героев, отличается от других произведений Каныш Сатпаеве. Она не стремится быть полным жизнеописанием, а использует экзистенциальный анализ и феноменологический подход для объяснения некоторых решений и поступков великого ученого.